Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам рассказать о воблере от фирмы Pantone Preference Minnow 75SP SR. Данный цвет воблера А07. Хочу рассказать про этот воблер, что воблер Preference Minnow. Эта класса выделяются прогонистым, сильно сплющенными с боков телом. За счет этого при проводке они имеют наименьшее сопротивление в воде, выделяясь почти естественным поведением, схожие с натуральным мальком. Вот почему они столь желанны для любого хищника – щуки, окуня, судака, жереха, головля и других хищных рыб. Представлены эти воблеры Preference Minnow в двух размерах – 75 и 90 миллиметров, то есть 7,5 и 9 сантиметров, в двух вариантах плавучести – Floating и Suspending, и в двух версиях заглубления, мелко заглубляющие SR и глубоко заныряющие DR. Данная модель у меня SPSR, то есть Suspender, Suspending, мелко заныряющие, то есть SR. Preference, новая линейка воблеров, созданная конструкторами Pantone 21 в сотрудничестве с японской компанией Duo. Модельный ряд предоставлен тремя классами воблеров: Preference Minnow, Preference Shad и Preference Crank. Разнящиеся формой тела и характерной игры, но имеющие идентичную систему балансировки. Все воблеры отличаются высочайшим качеством изготовления, осуществляемые на производственных мощностях Duo, а также первоклассное оснащение, заводные кольца и тройники, также японского производства. Ну и все, о чем я хотел сегодня вам рассказать, поделиться обзором воблера Preference Minnow. Если есть какие-то вопросы, задавайте, рад буду ответить. Не забывайте ставить лайки, ну и также подписываться на мой канал. Ну и все, до новых встреч!